этого года беременные, вставшие на учет на ранних сроках, и одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет, могут заручиться финансовой поддержкой государства. Главное условие для получения дополнительных денежных выплат в обоих случаях – ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума. Не учитывается единовременная помощь, которая была выплачена в связи с различными чрезвычайными ситуациями. Не учитываются страховые выплаты, которые были выплачены в связи с причинением вреда жизни, либо здоровью, либо имуществу гражданина. Не учитывается государственная социальная помощь на основе социального контракта. Подробнее о том, кто может воспользоваться этими мерами поддержки, как оформить выплаты и что делать, если на заявление получен отказ, начальник отдела социальных выплат регионального отделения Пенсионного фонда России расскажет в программе «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сегодня в 17:55.